Всем привет, с вами Прия. Сегодня вновь вскрываем недельные сундуки и, конечно же, надеемся на эпический, хороший, что самое главное, лут. Итак, начнем же. Начинаем с вара и далее по цепочке. То есть ДК, паладин и друид. Вскрываем на воина и получаем тринкет, который падал мне в первую неделю на ДК. Красиво делается. Мне нравится. Просто достойно. 14-е логово в текущий момент наилегчайшие модификаторы. Это кровавый, вулканический и укрепленный. Я этому очень сильно рад. Ну что ж, теперь ДК. Да, теперь ДК. Абсолютно верно. Он у меня еще даже не во плоти, сейчас надо портнуться для начала. Что это за кошка тут сидит? Ну? Иди сюда. Опа! Моя кошка! Ой-ой-ой-ой-ой. Ну сиди, сиди тут. Не мяукай только, я тебя прошу. Да. Вскрываем сундук за ДК. Я надеюсь, мне не упадет опять же этот тринкет. Какой-нибудь релик хочется. О, это 60-й ремешок, а у меня 65-й. Да, конечно, эта вещь могла бы быть полезной. Но, увы, так как я мифик рейдер и лутаю мифические вещицы периодически, этот пояс является неактуальным для меня, к сожалению. Ну и к тому же на нем нет хосты, а вещи без хосты для ДК не особо актуальны, так что тем более. Хотя, может быть, я оставлю его на фроста. А на фросте у меня легендарный поясок вместе с легендарными запястьями. Так что, увы и ах, этот поясок отправляется на продажу. Да, даже не заходит в сет на максимальный эквип или в сет на скорость передвижения. Четвертое вскрытие сундуков. Четыре шлаковых вещи на ДК. Четыре из четырех, понимаете, насколько все весело? Ну, я не знаю. Если кому-то упала полезная шмотка с этих предновогодних, кстати, недельных сундуков, то, пожалуйста, плюс в чат, ну, в комментарии. Хочу хотя бы увидеть, сколько счастливчиков. А то, ну, я смотрю всегда недельные эти просмотры с недельных вскрытий сундуков, там 2, 2,5, 3 тысячи идут. Да вот хочу увидеть, сколько в итоге полезных вещей людям падает. Так, защита, вскрываем. Кольцо. Вот, но почему не наоборот? Почему сюда не упал пояс, а на ДК не упало кольцо? Это меня, конечно, подавляет с каждой недели все сильнее и сильнее. Да, я насыплю на себя это колечко. Оно, конечно, без хосты, но ну и ладно. Танкам почти все статы полезны. И универсальность, и крит в какой-то доле. А скорость можно и с другого шмота набрать. Прочарить все. Там кошка ходит или что? Что на заднем плане вообще происходит? Я не понимаю. А то еще запрыгнет на ноги мне, все ноги мне раздерет, как я без ног-то буду. Вы, кстати, это, берегите ноги, а то всякое может произойти. Да-да-да. Так, что у нас ребята в гильдии пролутали? Вот, Прия, какую полезную тринку пролутал. Ух, классно. А может мне на этой неделе видения Амантула хотя бы упадут перед Новым годом, так сказать, подарочек. Очень хотелось бы. Это сразу бы и эквип, и статы апнуло, и все абсолютно, что только возможно.
и прок третичных стат идет при проке этих видений Амантула. Вообще сказка. Так, ну что? Сундучок? Что это? Это ступни 960-е. Отлично. Престол 14-й. Хороший ключ, очень добрый по отношению к твинкам. Не понял, я не вскрыл его до конца, что ли? А, да, сущности не забрал. Ой, такое вот на самом деле недельное скрытие получилось. Опять же, грустное для основных персонажей, но отличное для паладина с друидом. Я просто не понимаю, что вообще... Что происходит в этой игре? Нормально ли это? Адекватно ли это вообще? Очень-очень странно видеть такие проки не на тех персонажей. Ладно, пора запускать стрим, фармить при наилегчайших модификаторах. Возможно, буду ваши ключи некоторые просить в свободное время от покорения высоких ключей. Вот, что еще? Скоро Новый год, так что там вас это с наступающим, как говорится. Вот. Будет пара интересных видосиков, помимо вырезок с прохождением миф-плюсов касательно новогоднего контента. Обязательно посмотрите. Хорошо? Все. Надеюсь, ну, информацию воспримите нормально. Вы как бы люди адекватные. Вот. Все как бы будет. Отлично. Надеюсь. А я пошел стрим включать. Пойду ЦЛК, осколки фармить. Осколки хоть легендарными являются, хоть порадуюсь, что легендарки типа падают. Берегите ноги, всех благ. Там, голды побольше, чтобы там эпики всякие покупали. Да, Низор? Всех благ. До скорого.